План мероприятий молодежной столицы во Владивостоке включит события федерального уровня, развитие инфраструктуры и поддержку талантливой молодежи в общероссийском масштабе. По словам мэра, всего будет реализовано 117 мероприятий. Та молодежь, которая живет сейчас в городе и в регионе, должна увидеть для себя все возможности для самореализации в регионе, для развития. И, конечно, мы должны были дать поводы для посещения Приморского края до посещения Дальнего Востока, Владивостока. Как напомнил глава Краевого департамента по делам молодежи, в 2024 году путем всероссийского голосования сразу два города, Владивосток и Москва, были признаны молодежными столицами. С самого начала года мы начали проводить мероприятия уже в тематике молодежной столицы, то есть все новогодние праздники. 7 января был организован флешмоб «Время молодежной столицы», в рамках которого на катке «Авангард» мы запустили, так сказать, живые часы, показывающие как раз-таки время молодежной столицы. 25 января передали Москве в рамках Дня студента эстафету зачет. Всего в этой акции приняло 6500 молодых людей во Владивостоке и в Москве. Массово получилось у нас. 17 февраля был организован Magic Владивосток Ice Run, который также проходил у нас под эгидой молодежной столицы. Выражаем признательность Министерству спорта и Министерству культуры, что получилось реализовать первые зимние и международные игры «Дети Приморья» в кобрендинге. Это получилось совместное мероприятие, и все участники у нас ощутили именно то, что они были в молодежной столице на этих соревнованиях. Первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина подчеркнула важность работы в рамках нового статуса города. Наша задача абсолютно правильная. Не просто провести мероприятие, достойно то или иное в рамках плана этого мероприятия, а для того, чтобы была больше узнаваемость, для того, чтобы популяризировать наш край, популяризировать город Владивосток, для того, чтобы молодежь к нам ехала сюда, для того, чтобы по туризму и по всем вопросам, по большому-то счету, по развитию дальнейшей экономики. События молодежной столицы можно разделить на 8 базовых направлений – семья, патриотизм, добро, креатив, бизнес, путешествия, спорт и карьера. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.